сейчас вот это у нас памятник Христофору Колумбу, да? На самом верху он сам, показывает он рукой на север. Сейчас расскажу, потом будет фотографироваться. Показывает он рукой туда на север, поскольку высадились они не в Санто-Доминго, высадились на севере, недалеко от города Пуэрто-Плата. Каравелла Колумба Санта-Мария затонула, наткнувшись на подводные скалы. Но две другие каравеллы, Ла Нинья и Ла Пинта, были меньше осадки, они прошли. И уже с течением времени по суше они дошли до Санто-Доминго. Наверху сам Колумб, чуть ниже, сейчас там подойдете, увидите. Там женщина, вождь индейцев Таино Анакаона, которая оказывала помощь Христофору Колумбу в колонизации индейцев. Ну, если сказать по-простому, предательница индейского народа. Сам Колумб, он был очень любвеобильным человеком. Официально у него был один сын, Дон Диего. От другой женщины был еще сын Дон Фернандо. От третьей женщины была дочь Беатрис Диана. Ну, одной из пассий Колумба была Анакаона. У них тут большая любовь случилась. Он научил ее грамоте. Сейчас увидите, там она пишет: «Мой дорогой барон Христофор Колумб». Ну и, правда, по непроверенным сведениям, королева Испании Изабелла тоже была одной из пассий Христофора Колумба. Этот памятник соорудил французский скульптор Эрнест Дюбер в 1887 году. Вот, подходите, фотографируйтесь, потом дальше пойдем.